вроде получилось. Есть! Дверь открылась. Да, причем без всякой твоей помощи. Пожалуйста. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого шилы? С языка сняла. Фрейзер! Росс! А нет, нет ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю. А я понимаю. Твоя Хейсала водит нас за нос. А ты права. Ну класс. Нет, послушай. Ганеша, покровитель. Халибиду. А Шива, покровитель. Белура. А Белур — это древняя... Ну, столица. Именно. Что, если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город — приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур. И сокровища. Сдается мне, что бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас рухнет! Хватайся за край! Вообще еще живы. Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй, поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки. Не.
По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая. Ничего. Ничего. Вода в нос попала. Тебя может пристрелить? Не надо. Так они затопили город? Чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Честность не всегда лучшая политика. Это правда. В своих людях нужно быть уверенным на все слова. Думаешь, Асаф ничего своим не сказал? О, конечно, нет. Получим награду. Надеюсь. Так, левый твой, правый мой. Не понял? Ну или так. Умница. Вряд ли они одни. Да. Ничего личного. Похоже, акведук проведен через это строение. Вряд ли мы оторвались. Будь осторожна. Эй,
Ты цела? Вроде. О, черт! Где это мы? Понятия не имею. Но, по крайней мере, тут не стреляют. Будем надеяться, есть другой выход. Тут что-то вырезано на полу. Для чего это? Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О! Наверху, похоже, можно пролезть. Так. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Так, и как же мы отсюда выберемся? Слышишь? Ну да. Акведук. Наверху есть пролом. Кашивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь... Один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Нужно посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту.
Я искореню слабую кровь юного короля. Начинаю с тебя. Хватит за что-нибудь! За что хочешь? Фрейзи, живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя ведь тут две, да? Да. Ладно. Пойдем за диском. И пушками. И пушками. Должна сказать, ты не соврала про Асава. В смысле, он выглядит таким заурядным. Да, именно этого он добивается. Даже очки наверняка для вида носит. Безвредного? Умного? Обоих. Ха. Но он и правда умный. Раньше доктором был, пока все это не началось. Так он бросил прибыльное дело. Однажды он решил, что таков его долг. Уверена, что можешь идти. Да я как новенькая. Просто надо дух перевести. Вот сюда. Не спеши. Ворота. Мы добрались. Ворота в той стороне. Ага, секунду. Хочу последний разок посмотреть. Вот каким увидели его персы перед вторжением. Все? Ага. Что смешного? Да так. Отец мой столько времени потратил, а бивня тут даже не было. Идем.
Давай откроем. Скорее, священная корова. Это Нанди, привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт. Асаф уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт — это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла его бросить. Ты втянула меня, несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история с Асавом интересовала меня больше. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай. Я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего. Я пешочком прогуляюсь. Черт. Надо идти за ней. Вот она, награда за честность. Удар в челюсть. Ну, до Нанди не так далеко. Значит, вот где продолжение акведука. Видимо, он поднимает статую. Ну, хоть не уронила достоинства.
Я поняла тебя, Вселенная. Так, попробуем. А, отлично. Это по-нашему. Вот теперь она вляпалась по уши. Доберусь до нее. Thank you.